В селе Эмгекчиль Нарынского района началось строительство ирригационного канала Виччат. В церемонии закладки капсулы приняли участие представители местной власти. Жители говорят, что строительство канала поможет решить вопрос с поливной водой. Этот ирригационный канал Виччат в селе Эмгекчиль начали строить еще в советские времена, но работа остановилась. И вот спустя 20 лет местные власти решили завершить строительство канала в связи с большой необходимостью. По словам специалистов, канал протяженностью 6,5 километров сможет обеспечить водой порядка 700 гектаров земли. Сметная стоимость строительства около 32,5 миллиона сомов. Однако из местного бюджета мы смогли выделить только 12 миллионов сомов. Оставшуюся сумму необходимо изыскать. Мы уже написали письмо в правительство и Жогорку Кенеш с просьбой оказать содействие. Ускорить работу по строительству канала помогает такая вот машина по техническим способностям, как мини-завод по производству бетона. Примечательно, что это пока единственная своего рода техника в стране. Машина сама разгружает песок, цемент, воду, мешает и буквально в течение 15-20 минут производит бетон. В день выход порядка 60 кубов. Местные власти говорят, что сейчас главное найти средства. Если этот вопрос решится, то строительство канала завершится уже к концу года. Джибек Кабарбекова, Белюкбай Шуримбеков, Эльдиара Санбаев, Общественный, Первый канал.